Этот день победы порохом пропах, этот праздник сединою на висках, эта радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы! С днем победы, друзья! Вы знаете, от всей души мне хочется сегодня поздравить вас с этим светлым, с этим, я бы даже сказала, святым праздником, потому что 75 лет назад наши предки, благодаря им, благодаря нашим дорогим, просто дорогим ветеранам, мы победили фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. И вы знаете, несмотря на то, что сегодня пандемия, и мы все сидим дома, и что не состоится парад, но он состоится, как нам обещают, но намного позже, и когда это будет, и будет ли вообще, неизвестно. Но в любом случае, я не могла сегодня не выйти в эфир, хотя бы на эти 5 минут, чтобы не поздравить вас с этим замечательным и великим праздником. И я от всей души, дорогие мои, хочу пожелать вам, вашим семьям, вашим родным и близким, конечно же, мирного неба над головой, побольше детского смеха в ваших домах, здоровья крепкого, особенно если в семьях у вас есть те, кто воевали. Вот, есть ветераны, их уже, к сожалению, у нас осталось очень-очень мало, просто буквально вот на пальцах пересчитать. Поэтому мы очень, конечно же, ими дорожим и благодарим, и низкий им поклон до самой земли за то, что благодаря им мы сегодня не в рабстве, мы сегодня дышим полной свободной грудью. Конечно же, мы очень им за это благодарны, низкий поклон. Вот, поэтому здоровья крепкого на долгие годы, крепчайшего, и пусть наши дети, наши внуки, и наши потомки никогда в жизни не знают, что такое война. Знают они только по телевизору, в фильмах, в истории, читают они в книжках, но ни в коем случае не испытают на себе весь этот страх и ужас, который испытали наши предки. Поэтому от всей души всех поздравляю с этим великим праздником, с Днем Победы, друзья, с праздником. Ну а мы сегодня, вы знаете, особо как бы и планов никаких. Папа наш работает, дети заняты своими делами, а я решила, как бы уже немножко подустали мы от этих майских праздников, застолья, шашлыки, уже все это немножко поднадоело. И я решила, сегодня просто буду валяться на диване, смотреть военные фильмы. Ну а вам всем желаю хорошего настроения. Как бы ни было в этой жизни, да, как бы ни пришлось нам, мы все преодолеем. Вон у нас ветераны наши что преодолели, а мы тут что, вирус какой-то не преодолеем, что ли, который вообще еще неизвестно, есть или нету, и насколько ли он страшен. Но в любом случае, вот ситуация нас загнала сейчас по домам всех, нам приходится уже смиренно потерпеть, вот, и ничего не поделаешь, да, с этим. Вот, поэтому еще раз, дорогие мои друзья, всех с праздником. От всей души поздравляю вас. Хорошего вам дня. И если у вас сегодня есть какие-то планы, и вы что-то себе наметили, пусть это обязательно сбудется. Пусть у вас все будет прекрасно.